Становление его литературной
судьбы. Это годы, определившие всю его литературную судьбу. Годы, в которые были написаны главные книги его жизни. Лучшие стихи, лучшие рассказы, лучшие статьи. Потому что в них, вот в эти литературные плоды, были вложены страсть, темперамент и энергия, каких уже больше у него никогда не будет. И поэтому, тут нужно сказать, что дальше писатели уже вот после этого рубежа будут его вести по жизни и в творчестве, вот я считаю, мудрость и душа, но все-таки судить о нем, как о писателе, и тем более как о поэте, будут потому, что он успел сделать до 60. Вот я последние дни как-то вот подумал о том, что вот лично я в своей жизни видел, ну, можно сказать, был свидетелем счастливой жизни. И даже сам имел к ней отношение, потому что я жил в Советском Союзе. Я жил, как и многие из вас. Как и многие из вас, мы жили при социализме. И ведь, вот если сейчас посмотреть на то, что происходит вокруг нас, то ведь действительно можно быть уверенным в том, что мы видели настоящую счастливую жизнь. Но ведь разве возможно было тогда то, что сейчас происходит? И ведь только сейчас мы начинаем понимать, что это было такое. Только сейчас мы имеем возможность сравнить, что такое социализм и что такое капитализм. Вот даже самый последний свежий пример вот из моей, что ли, жизни. Вот вы знаете, что я работаю в журнале «Молодая гвардия», но многие из вас знают, уже почти 20 лет. А нашему журналу в этом году уже исполнилось 86 лет. Помимо нашего журнала существует издательство «Молодая гвардия», в котором есть типография, которая тоже также называется «Типография Молодая гвардия». И вот многие десятилетия наш журнал печатался в этой типографии. И вот буквально 3 дня назад руководство издательства нам объявило, что эта типография ваш журнал печатать больше не будет. Как и все те журналы, которые печатались в этой типографии. Из-за так называемого сокращения производства. Сейчас, видите ли, вот из-за этого кризиса всемирного, они все начали пользоваться этим моментом. И начинают увольнять просто-напросто людей, выкидывать их на улицу, увольнять рабочих типографий, продавать станки, увольнять обслуживающий персонал. И вот мы теперь вынуждены искать типографию на стороне, чтобы печатать свой журнал. То есть, вот это наглядный пример нынешнего российского капитализма, когда чиновникам абсолютно на все плевать. Главное для них это личная корысть, личное удобство, свои шкурные интересы. Им гораздо выгоднее все это сдать в аренду и ни о чем не думать больше. Не нужно платить зарплату рабочим, не нужно закупать бумагу для типографии, не нужно думать о налаживании станков. Зачем, когда все можно это спокойненько сдать под склады в аренду и получать чистый навар? И поэтому вот я говорю, что еще раз повторяю, что мы с вами, ну и я, конечно, в первую очередь, были свидетелями счастливой жизни. А ведь
молодое поколение, которое родилось в конце 80-х, в начале 90-х годов, они вот этой счастливой жизни себе даже и не представляют. Они даже не знают, что это было такое. И поэтому мы с вами, 50 и 60-летние, которые видели это все своими глазами, которые имеют об этом представление, должны вот эту счастливую жизнь всему народу вернуть. Это вот, вы знаете, как в сказке, вот та синяя птица, которая улетела из-за нашего простодушия, из-за нашей неверности ей, и которую мы должны вернуть. Вот я и пытаюсь сделать это всем своим творчеством, вот в особенности вот все последние 20 лет, в своих стихах, в своих статьях, в своей прозе. Кто читал мой роман «Поле битвы», тот мог это увидеть. А вот только что издательство «Советский писатель» к моему юбилею издало новую книгу прозы «Не изменяй себе». Она вот здесь, в фойе Дома тиража, сегодня продается. И я думаю, вам будет интересно ее прочитать. А в прошлом году, там же, в «Советском писателе», вышла моя гражданская лирика, которая была написана вот за последние 20 лет. Гражданская лирика, как и мои статьи, это форма моей бескомпромиссной борьбы за нашу Россию, которую у нас отняли, за то счастье, которое мы имели, за тот воздух национальной свободы, которым мы дышали. Вот здесь, в этом зале сегодня, присутствует небольшой островок, частица той счастливой жизни, которую многие из нас знают, частица того воздуха, которым мы когда-то дышали. И вот теперь, когда мы имеем возможность сравнить, и когда мы имеем представление, что мы потеряли, мы знаем, за что нам нужно бороться. И если в наших рядах, да не в наших рядах, а впереди наших рядов, есть такие бойцы, как Олег Платонов, Борис Миронов, Михаил Лемешев, Владимир Квачков, Татьяна Миронова и многие-многие другие, то мы вернем нашу ушедшую Родину, потому что правда и добро на нашей стороне. Спасибо. Ну, а вот там, в Советском Союзе, я был лирическим поэтом. И даже не думал о том, что мне придется взяться за гражданскую лирику и писать свои опасные публицистические статьи. И поэтому сегодняшний наш вечер я хочу начать с лирических стихотворений, которых, к тому же, в общем-то, у меня большинство. Они составляют основную часть моего творчества. Стихотворение «Корни». Деревья собираются в дорогу. Они бы в тайном сговоре могли в ночном тумане скрыться понемногу, но корни их уходят вглубь земли. Какую непонятную тревогу они забыть хотели бы в пути, о, как деревья тянутся в дорогу, скрипя стволами
силятся пойти, их день и ночь безудержные ветры зовут в свою раздольную страну. Они туда, склоняясь, тянут ветви, но корни их уходят в глубину. Им снится край светлее и просторней, и шум листвы не умолкает в нем, но с каждым днем уходят глубже корни, держась за землю крепче с каждым днем. Цветок звезды в лесной тиши, в глухом затоне речной воды я взял в холодные ладони цветок звезды. Вонзился в руку, словно сжала ее огонь, звезда, шипя, в затон упала, прожгла ладонь. Тогда, склонясь над зыбкой глубью ночной воды, ладони свел я и пригубил глоток звезды. И мне с тех пор во тьме кромешной светло всегда в моей душе земной и грешной горит звезда. Я шагаю устало от Москвы на восток. Что-то птица сказала, я расслышать не смог. Сколько хватит мне силы, столько буду шагать. Голос неба России я хочу разгадать. Всюду прежние лица, всюду голос родной. Но о чем эта птица говорила со мной? Темно-серая, промозглая зима. В четырех своих углах схожу с ума. Целый день себе я места не найду. Голова больна, и маюсь, как в бреду. То мне кажется, что где-то плачет дочь и зовет, а я не в силах ей помочь. То почувствую, что мать совсем плоха, и гоню тоску подальше от греха. Я на воздух из квартиры выхожу, по сырому снегу в сумерках брожу. Хлесткий ветер бьет в лицо со всех сторон, слышу гнущихся деревьев тихий стон. Желтый свет течет из каждого окна, и душа еще сильней напряжена. Возвращаюсь к четырем своим углам, а за стенкой у соседей пьяный гам. Чтоб не слышать этот мат и этот крик, телевизор я включаю лишь на миг. Там все те же обезьяны пьют и жрут, в микрофон похабным голосом орут. Оказался, будто я в чужой стране. Боже милостивый, что же делать мне? Может, надо убежать куда-то прочь? Да боюсь, убью кого-то в эту ночь. Никуда мне от себя не улизнуть. Знаю только, до утра уж не уснуть. За окном деревья голые, темны. Все бездомные собаки смотрят сны. И над городом парю я, как во сне, отражением своим в ночном огне. Ну и теперь два самых последних стихотворения, которые написаны вот буквально в самые недавние дни. Желтые бабочки в сером окне трепетно кружатся, будто во сне. Кто они, что они, отблески чьи? Может, сгоревшие годы мои? Может,
мелькнувший из снов золотых, пепел угасших надежд молодых, может, забытые в сумраке дней лица любимые жизни моей. Шестьдесят остались за спиной. Как ни странно, я их пережил. Звездный свет струится надо мной, золотая весть небесных сил. 60 — серьезная пора, откровенный разговор с судьбой. Каждый день — опасная игра с жизнью, смертью и самим собой. Много было на веку борьбы, слез, ошибок, взлетов и побед. Столько лет всевластные жлобы погружали нас в пучину бед. Видел я большой страны распад. Ясно помню все свои грехи. Из тоски, падений и утрат вырастали жесткие стихи. 60 — мой невозвратный путь, не избыть его, не изменить, ни любви ушедшей не вернуть, ни шальных ночей не повторить, но живут на свете дочь и мать, два родимых сердца на земле, две души, которых не отнять. Звездный свет, струящийся во мгле. Спасибо. Я сегодня еще почитаю стихи не раз. И сразу говорю, что наш вечер будет идти по нарастающей. Вот, поэтому сегодня будет много стихов и песен. Я сейчас хочу сразу после себя предоставить слово давнему автору нашего журнала «Молодая гвардия», всем, я думаю, всем вам прекрасно известному писателю из Санкт-Петербурга, из Ленинграда, Марку Николаевичу Любомудрову. Прошу вас. Добрый вечер, дорогие русские братья и сестры. Я очень рад принимать участие в нашем сегодняшнем действительно большом и очень радостном празднике. И хочу прежде всего передать самые сердечные поздравления и лучшие пожелания дорогому Валерию Васильевичу от ленинградских, петербургских писателей-патриотов. Их, к сожалению, немного, но тем не менее они существуют, хотя и город наш в очень тяжелом положении, блокадный город по-прежнему остается, но тем не менее мы вас любим, мы ценим, мы считаем, что журнал «Молодая гвардия» один из лучших сегодня журналов в нашей стране, патриотических журналов, поэтому примите от всей души наши сердечные питерские поздравления. Для всех нас, я думаю, вот и для меня, особенно дорога гражданская позиция Валерия Васильевича, позиция истинно русского патриота, позиция воинствующего, или, как иногда говорят, радикального русского националиста, которую он бесстрашно на протяжении многих лет и жертвенно защищает. Дай Бог нам всем так защищать свои позиции, как это делает Валерий Васильевич. Валерия Васильевича поражает вот эта несгибаемая воля. Это такой воинствующий антиконформизм, воинствующее неприятие русофобии, вообще того страшного антинародного режима, в котором мы сегодня живем. И, конечно же, в моем представлении Валерий Васильевич прежде всего русский воин. И я думаю, не случайно, вот сегодня такое совпадение, что сегодня день
святого Михаила Архангела, с которым я вас всех поздравляю. И вот это совпадение, мне кажется, очень знаменательным. Вообще поражает меня и всегда поражала Валерия Васильевича удивительная разносторонность, поразительная широта интересов и талантов. Это и не только поэт, это и прозаик, это и издатель, и это выдающийся публицист. Я бы сказал, что время, вот Валерий Васильевич говорил о том, что на каком-то этапе он чувствовал себя лирическим поэтом и никогда не представлял, что там в будущем вот какие-то, так сказать, политические страсти начнут бушевать в его сознании, в его сердце, и все это выльется в творчестве. Но время само выдвигает ту или иную грань таланта или творчества на первый план. В моем представлении сегодня особенно дороги публицистические, политические выступления Валерия Васильевича, потому что в них прежде всего нуждается время, в них нуждается народ. И именно они несут ту великую просветительскую, мобилизующую силу, которая нам сегодня так нужна. Хочу отметить еще одно обстоятельство, одну особенность нашего юбиляра. Это поистине неистощимую энергию. Во времена, когда все мы жалуемся, что не хватает времени, все устали, не хватает сил, у меня впечатление, что есть на свете человек, в России человек, который временем овладел. Валерий Васильевич успевает все. И вести журнал, что очень тяжелая, так сказать, забота, конечно, и писать стихи, книги выпускать чуть не каждый год. Просто, ну, завидная энергия, завидная вот такая, такой размах, воля и сила творчества. Ну, я думаю, что он как истинно русский и по-русски одаренный, широко одаренный человек и проявляет себя вот во всей полноте. Дай Бог каждому из нас так реализоваться, как реализовался Валерий Васильевич. И что еще, мне кажется, очень дорого. Вот сегодня мы живем в очень трудное время, и все более оно становится трудным. Хотя есть и встречные движения, есть и свет какой-то, и есть надежда на то, что все больше русских людей понимают, что вокруг них происходит, и делают свой выбор, и, соответственно, занимают позицию. Но вот Валерий Васильевич, в отличие от других, и, к сожалению, можно хотел сказать многих, но не скажу, от других, не только призывает других людей, но и сам своим примером, своим творчеством показывает, сам исполняет свои призывы. Когда-то, я помню, Достоевский, обращаясь к молодежи своего времени, говорил, что перестаньте хныкать, перестаньте вот на что-то жаловаться, так сказать, что вот связанные руки ничего не дают делать. Исполните на себе сами, и все за вами пойдут. И вот такой исполняющий на себе замечательный творческий поэт, публицист, политолог, издатель, как Валерий Васильевич, он всем нам являет вот эту так необходимую нам сегодня силу, силу гражданского мужества и примера. Спасибо вам огромное.